Привет, зритель. Решив, что косметики много не бывает, я подумала и заказала для себя два средства от Swiss Image на Whitebreath. Одно маска, а другое скраб. Я там на Whitebreath немножко вскрыла, чтобы глянуть просто срок годности в норме или нет, но было все нормально. Оно было зафольгировано, точнее зафлюдировано, и вот в пупырке. Для меня это вообще новая совершенно косметика, мне кажется. Может быть, кто-то из вас мне что-то дарил, но я забыла уже. Если так действительно было, дайте знать в комменты. Оно флюдет. Кошка пытается сделать что-то, чего делать лучше не стоило. И в пупырке. Очень хорошо так запаковано. Я уже вижу, что тут после вскрытия живет 12 месяцев. Кошка все-таки у меня хулиганка. Они у меня потом пойдут в видео обзора уход на сентябрь. У нас сегодня последний день лета внезапно, эгегей. Даже как-то не верится. Это маска, матирующая, сужающая, пуры, глиняная маска. 75 мл, после вскрытия живет 12 месяцев. Удивительно, я думала, она будет зафольгирована. Но она не зафольгирована. Ну что, так выдавливается. Потом, может, запишу, как я ее наношу, как она на мне. Вот, маска такая. Я приехала из деревни и поняла, что вот у меня по всяким разным причинам кожа лба снова требует, чтобы ее заматировали. И еще матирующий и сужающий поры скраб для ежедневного применения. Салициловая кислота способствует глубокому очищению и заметному уменьшению пор. Уже после первого применения оказывает профилактический эффект и уменьшает риск появления несовершенств кожи и повторных высыпаний. Используется 2-3 раза в неделю. 150 мл 12 месяцев после вскрытия. Это у нас в Швейцарии оказывается. Да, он такой гелевый, я вот вижу. Ты, может, тоже видишь, не знаю. Гелевый такой голубоватый и гелеобразный голубоватый. И там какие-то такие вкрапления. Я сегодня вечерком его на себе протестирую. Посмотрю, как он мне. А потом тебе скажу свое мнение. И в инфобоксе и закрепленном комментарии я оставлю артикулы на эти два средства. Маска у нас, кстати, глубоко очищает, удаляет излишки кожного жира. Заметно уменьшает блеск и матирует кожу. Сушает поры, делает кожу мягкой, гладкой, сияющей. Использовать 1-2 раза в неделю. Оставить на 10 минут. Потом смыть теплой водой. У меня есть еще немножко одной маски, но пока была в деревне, я, соответственно, ей не могла пользоваться, потому что она у меня осталась в городе. От другой фирмы Молка-Молка. Ну и она как-то более, по-моему, очищающая совсем. Вот. Для сухой кожи она больше шла. А тут вот мне надо, чтобы вот у меня этот вот на ощупь, он прям жирный этот лоб, перестал быть таковым. И снова стал нормальным, гладким и ровным. Вот такие два средства. Если вы таким пользовались, поделитесь со мной мнением в комментариях. Или если вы пользовались чем-то другим от этой фирмы. Будет приятно почитать, я всем поставлю сердечки. Всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал, где-то будет облачко. Ну и всем пока!